Более 11 тысяч подростков трудоустроят на временные работы в Иркутской области. Из них в летнем трудовом сезоне примут участие более 7 тысяч детей. Они занимаются благоустройством территории. Это озеленение улиц и парков, уборка мусора, проведение сельскохозяйственных работ и ремонтные работы. Несовершеннолетние получают заработную плату, а также материальную поддержку от органов занятости населения в размере почти в 2500 рублей.